Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на перекрестке Леся Гончара и Петлюры, возле первой больницы перекресток. Здесь вчера начали производить работы по очистке. Вот здесь очищали. Сейчас лужа, здесь вода. Но ситуация в том, что когда рабочие здесь работали, уже была сделана съемка, и в соцсетях пытались уже критиковать, что работы делаются по слякоти, по всему. Я скажу вам, что я вижу. Я вижу две правды. Правда номер один. Как бы нельзя по такой сырости стелить и т.д. и т.п. Все мы знаем, когда критикуем власти. И правда номер два. Здесь каждый день проезжают сотни автомобилей, водители которых матерятся по-взрослому на власти. Получается вилка. Неизвестно, что лучше, сделать или не сделать. Я же считаю, что лучше сделать и сделать как можно быстрее. Потому что критикуют дорожников 20-30 человек, поддерживают их еще столько же. А проезжает здесь каждый день сотни, не одна сотня, а сотни, 2, 3, 4, может 10 сотен, я даже не знаю, тяжело посчитать машин. И каждый водитель матерится. И когда этот участок будет сделан, и когда они будут здесь проезжать, они не будут вам говорить спасибо. Они просто проедут. Но если вы будете делать, вас около 100 человек просто будет... Ну, покритикуют сутки. Давайте перетерпим. Но делайте сегодня, сейчас, максимально быстрее. Потому что каждый день, видите, как, что здесь происходит. Люди объезжают, люди расстраиваются, ругаются. Сделайте, пожалуйста. Всем удачи, здоровья.